празднованию Дня государственного флага Российской Федерации присоединились и студенты. В честь праздника представители молодежных объединений региона сформировали автоколонну. Машины украшены флагами России, Самарской области и символами Отечества. У каждого гражданина, у каждого у нас человека своя задача. Он выполняет свой функционал на своем посту, неважно какая она. И все мы работаем на одну цель, да, ради граждан, живущих под одним флагом, во имя блага страны, во имя победы. Победа будет за нами. Очень отрадно, что эта акция не затихла, а ежегодно набирает только обороты, становится больше желающих принять в ней участие, не зависит от того, что сейчас лето и хочется людям отдохнуть. Значит, это действительно важно для них. Участница автопробега Алина Шпаковская рассказывает, автомобили любит с детства. Права получила 2 года назад. О событии узнала от активистов правкома в университете. Вместе с друзьями решила принять участие. Благо, есть автомобиль, да еще и отечественного производства. Очень интересно, хочется поддержать данное движение. Замечательное, бодрое. Надеюсь, с машиной все будет хорошо, и мы не встанем на дороге, потому что все-таки это шестерка. В автопробеге поучаствовали порядка 70 человек, было задействовано свыше 20 автомобилей. Колонна отправилась на выезд из города к арт-объекту «Цвета России», чтобы продолжить его благоустройство. Полина Чулюкова, Николай Епифанов. События.